Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осецкая, канал вязания обо всем, что связано с вязанием. Подошел к завершению проект нашей носочной бум 3, наши теплые дела 2, которые организовала Анна Полозняк. И сегодня я хочу рассказать о том, что я сделала, какие носочки я связала и какие носочки я отправлю Ане. Потому что наши теплые дела 2 – это такой проект, который мы вяжем, в котором мы вяжем носочки для благотворительности. Для дома инвалидов в Данков. Там люди живут с нарушением зрения в одном, а во втором – с нарушением слуха. И Аня собирает... Они присылают посылочки, она собирает носочки и отвозит в эти заведения. Значит, я вот такие маленькие открыточки купила. Это для того, чтобы подписать размер носочков, прикрепить на каждую пару, ну и написать еще пару каких-то добрых слов. Вот. У меня таких 10 открыточек, я накупила, думаю, навяжу сразу 10 пар. Ну что там связать 10 пар за полтора месяца? Ну не тут-то было. На это были свои основания. Ну, во-первых, время было мало у меня. Всегда хочется много, а получается, к сожалению, мало. Немного. Мы рассчитываем... Ох ты, раз-два, а оно раз-два не всегда получается. Но, тем не менее, получилось. Я сейчас расскажу только о тех носочках, которые... Сначала о тех носочках, которые я вязала вот в проекте, а потом покажу все носочки, которые отправлю Ане. А вот сейчас я в проекте связала две пары вот таких носочков, но, видите, я кончики еще не убрала. Вот здесь внутри я все заправила. А вот здесь я не убрала еще, потому что эти носочки мне нужны будут к Новому году. Я связала их в подарок. Эти носочки связаны с пряжей Газал Хэппи Фит. Это пряжа этого года. Очень мягкая, очень хорошая, совершенно не колкая. А здесь 75% мериносовой шерсти и 25% нейлона. 330 метров в 100 граммах. Вязала я троечкой, вязала я резиночку 2 на 2, небольшой поголенок, и потом вот эта резиночка на задней панели, она переходит в резинку 3 на 1 и вывязывается пяточка стронг. Потом по задней панели до конца носочка, до мысочка идет резинка 3 на 1, и формировала мысочек просто лицевой гладью. Вот такие носочки у меня связаны. Да, здесь стронг и переходит в круглую пяточку. Сейчас я покажу. Вот она, круглая пяточка. А, как она называется? Ну да, это я заговорилась. Подкова называется. Вот. Вот такие носочки я связала, две пары. Вот это на 36 размер, это на 37 размер. А весят эти носочки, по-моему, в районе 70 граммов. Вот такие носочки я себе вязала. Меня приятельница увидала, это уже захотела, чтобы я такие носочки связала. Зала, вот у меня готовы две работы. Это две работы в подарок на Новый год. Я их оставляю в стране. И еще две пары носочков, которые я связала в проекте. Это вот такие носочки мужские. Они идут на размер 42-44. Здесь 26 сантиметров длину этого носочка. Вязала я их из пряжи, да, хочу сказать, что все носочки, которые я вязала сейчас, я их вам покажу, они связаны способом Magic Loop. Очень мне нравится этот способ, вяжешь сразу два носочка, просто ничего не надо записывать, не надо
запоминать, прям вяжешь и вяжешь. Мне вот это то, что как раз мне просто необходимо в жизни. А значит, вязала я тоже резиночка 2 на 2. И здесь у меня по лицевой панели идет резиночка 2 на 2. И вот когда я когда я шла на вывязывание мысочка, я сделала мысочек лицевой гладью. А задняя панель связана лицевой гладью. В технике хеликс я вязала носочки, и у меня здесь укрепленная пяточка. Вот сейчас я покажу, она вот такая вот. Вот такая плотненькая получается. И ленточное закрытие. Везде у меня ленточное закрытие. Оно такое закругленное, не острое. И у меня на эти носочки есть такой небольшой мастер-класс. Хеликс, укрепленная пяточка и закрытие ленточное. Эти носочки пойдут, полетят ткани для того, чтобы она передала на благотворительность. Вот эти носочки я только связала. Я даже не думала, что я их успею связать, но я их связала, успела. И вот я их сняла только с блокаторов, поэтому у меня блокаторы были на столе. А носочки связаны из пряжи Granny Sock, 250 метров в 100 граммах. Это 100% шерсть. И цвет называется, так, меринга. А носочки такие колючие, колкие, но я их постирала, они стали помягче, но все равно очень колючие, такие вот рукам колка. Но, знаете, я, когда связала носочки, я их надела на ногу, и мне так стало хорошо. У меня вообще ноги ледяные всегда. А это вот, это просто вот какое-то счастье. На ноге они не колятся совершенно. Так комфортно, так тепло. Просто вот, вот это вот тепло погружаешься, окружает тебя, обволакивает. Ну, вот у меня слов нет, как мне было хорошо. А пряжи у меня уже такой нет, и я решила, что как только откроются магазины, я поеду в магазин и обязательно куплю себе вот такую пряжу и свяжу себе вот такой носок. Просто потрясающе. Мне очень они понравились. Я прям вот руку вставляю, и руке сразу тепло-тепло становится. А здесь тоже, видите, лицевая панель, она связана лицевой гладью. А на задней панели вот связана вот такой же, такая же резиночка 3 на 1 и пяточка стронг, но я ее вязала немножко по-другому. Она когда не натянутая, я сушила ее на блокаторе, и она имеет форму вот такой пяточки. А если ее просто положить, постирать и положить, она будет плоская, потому что я не делала, не вывязывала здесь вот эту круглую пяточку. Я связала пятку, а потом я стала убавлять петли. Но она все равно очень комфортная, не торчит никуда, но очень комфортная на ноге. Вообще, знаете, у меня все носки связаны с пяткой стронг. Это пятка моя сейчас в приоритете у меня. Я с удовольствием вяжу эту пяточку. Мне она очень нравится. И я думаю, что я буду вязать ею достаточно долго. Так, носочки на 37-38 размер. Вот такие тепленькие, замечательные. Это две пары. Вот я четыре пары связала сейчас. А сейчас я покажу еще носочки, которые я вязала летом. И они тоже уедут ткани. Носочки все совершенно одинаковые. Вот эта моделька мне очень понравилась. Я ее связала, мне она понравилась. И я связала таких 5 пар. Три пары у меня связаны из вот такой красивой пряжи. Это подмосковная.
50% шерсть, 50 акрил, 250 метров в 100 граммах. Очень красивого ментолового цвета. И это тоже Granny Sock. Granny Sock, 100% шерсть. И что? И не знаю, что. А, вот я хотела рассказать про пяточку. Нет, давайте так. И еще вот эти белые носочки, это тоже подмосковная пряжа. Связаны вот такие беленькие носочки. Они все одинаковые. Единственное различие в размере. И единственное различие вот в чем. Смотрите. Вот здесь носочек по голенок я вязала 3 переплетения, здесь 1 переплетение. Вот здесь 3 переплетения, 2 переплетения. А вот эти носочки я вязала, так, здесь тоже 2 переплетения, да? Раз, 2 переплетения, сейчас, подождите. А вот эти носочки, 3 переплетения, 3 переплетения. И поголенок у них самый длинный. Вот видите? А в принципе, все одно и то же. Совершенно одинаково вывязывается пяточка, совершенно одинаково вывязывается мысочек. И вот эти все носки, так, не перепутать их. И вот эти все носки, которые я вязала, сейчас, секундочку, я их сложу, они немножко разного размера, вот так. Вот эти все носки я вязала, смотрите, на задней панели до конца резиночку, до мыска. Мысок тоже был связан резиночкой. Если я вот в этих носочках мысок вязала лицевой гладью, вот она, видно, да? То здесь я вязала до конца резиночку. На эти носочки, вот на эти 5 пар носочков у меня есть мастер-класс, как я вывязываю, как я набираю на две спицы сразу 2 носочка вяжу. Начинается от набора и до закрытия. Вот такие носочки. Вот эти я носочки все отправлю Ане. Я отправляю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар. Так, что еще про носочки вам рассказать? Я, по-моему, рассказала все. В этом проекте я участвую во второй раз. Когда первый проект был организован Аней, я посмотрела и решила, что мне носки не нужны, потому что у меня их никто не носит. И для чего мне носки нужно вязать? А когда я так смотрела периодически девочек, мне было интересно, и я потихонечку заразилась. У меня попала в организм эта инфекция. И теперь она живет во мне очень активно. Когда Аня в прошлом году объявила наши теплые дела, марафон, я была просто, вот мне было очень приятно, что я могу вязать носочки, могу вязать столько, сколько могу, и буду отправлять на благотворительность. У меня была такая идея, чтобы вязать людям, которые нуждаются в этом, взрослым. Но, знаете, идея была, идея осталась идеей. Я об этом даже как-то говорила в каком-то видео давнем, что я хочу повязать для дома престарелых, для дома инвалидов. Но как-то так не случилось, не сложилось у меня этим делом заняться. И я очень благодарна, что это сделала Аня. И теперь я могу вязать и отправлять людям, ну и приносить какую-то пользу. Это мне очень нравится, мне это очень приятно. Так, значит, в этом проекте нас участвовало больше 50 человек. 50 человек, по-моему, 51 даже участвовал в проекте, в чате общались. И
девочки вязали очень много, очень интересно. Я, к сожалению, не все посмотрела, я сейчас смотрю. Но смотрю я медленно, потому что я не ставлю на быстрый просмотр, я смотрю, я впитываю каждое слово, каждый интересный носочек в себя. Я делаю себе какие-то пометки, какие что-то вот мне нравится, я хочу такое посмотреть. Я потом еще раз пересмотрю, когда будет время. Пишу комментарии, но, к сожалению, на все видео я писать комментарии не могу. Ну, просто времени не хватает. Я пишу где-то на одно видео, где-то на два видео. Комментарии я пишу. И я хочу сказать огромное, просто вот огромнейшее спасибо Ане за то, что она организовала такой замечательный проект. И за то, что у нас есть, ну вот у меня есть возможность повязать носочки и отправить людям, которые в этом нуждаются, и ну хотя бы как-то помочь, как-то согреть их, чтобы им было комфортно. Будет на будущий год сезон четвертый, я буду обязательно участвовать в сезоне четвертом, «Носочном буме» и «Наших теплых делах» в третьем сезоне буду участвовать обязательно. А сейчас, честно говоря, мне немножко поднадоело вязать носочки. Я сделаю перерыв, там неделю-две, может быть, меньше, а может, и сразу начну, как знать. Но обязательно буду вязать носочки. Я по пятницам выкладывала отчет. Обязательно буду выкладывать. Может быть, не каждую пятницу, может быть, это будет через пятницу. Но буду вязать, буду показывать обязательно. Потому что мне это нравится. И пряжи у меня много, мне надо ее все извязать. И вообще, мне безумно нравится вязать носочки. Честно, даже не думала, что мне когда-то доставит удовольствие вот это вот вязание носков. Ну, все когда-то меняется, когда-то появляется в первый раз. Все течет, все меняется, да? Вот, на этом я хочу закончить мое видео. Хочу сказать всем девочкам огромное спасибо за то, что они поддерживали, приходили на канал, писали комментарии, общались в чате. Я, правда, честно говоря, немного общаюсь в чате, но у меня просто нет времени. Я могу пообщаться только когда я еду в метро, я читаю чаты. Но пока я все прочитаю, там уже, пока я думаю, что мне надо написать, там уже на другую тему перешли. И как бы вот писать ни с того, ни с сего что-то, но не очень, мне кажется, комфортно. Поэтому я все читаю, но, к сожалению, пишу мало. Хочу всем пожелать предстоящих хороших выходных, чтобы было тепло, чтобы было комфортно. Сейчас передавали погоду, говорили, чтобы такое потепление, комфортное будет последние выходные погода, чтобы было время, возможность, желание повязать, чтобы были новые идеи интересные, чтобы все этими идеями девочки делились с удовольствием. И самое главное, чтобы не болели, чтобы больные выздоровели, а здоровые не болели. Здоровья всем желаю, вот крепкого-крепкого. Спасибо, что вы приходите на канал, смотрите, пишите комментарии. Огромное-огромное вам спасибо за то, что вы ставите лайки и за то, что вы смотрите рекламу. Еще раз хочу сказать Ане огромное спасибо за такой замечательный проект и нужный, очень нужный проект. И последнее, что еще я хочу добавить, это если вы пришли на канал и не подписаны, то подпишитесь, пожалуйста. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать, что вышло новое видео. Ну вот на этом все. Я хочу с вами со всеми попрощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.